народная медицина просто занимается, как бы молодой человек. Это поликлиника в России. Да, да, как бы типичная поликлиника в Омске. Тоже графон, по-моему, подтянули. Вот сюда подойдите, где я стою. Хотя там тоже, да? Нет, там нет этих. Типа падает обгорелая хрень, и вот тени, посмотри, как на песке смотрится. Ну, четко прорисовывается, как положено. Динамично прямо. Ты что-то дропнул, да? Смотри, сел паук. Куда сел? Подожди, да. На лавочку. На лавочку сел паук? Да. Блин. Устал. Надо будет потом за это, за остальных также попробовать. Хорошая тарелка. Во, Вит, иди сюда, сядь на эту скамейку. Чисто сел такой в этот. Вдаль смотришь, короче. Я и мой верный пес. Это когда, типа, там хотел купить какой-нибудь, типа, той терьера, блин. А из него выросло, выросло вот это вот, блин, ну. Задолбаешь такого кормить. Хитрить флакон. Небольшой, не? Because you should all be changing. Хотел попробовать, что это за хрень. Кто че? А кто его бахнул сейчас, он отлетел? Так, вид, не обессудь, проверяю новую фишку. Блять! А почему он не улетел? Ты где, вид? Мне понравилось, нормальная штучка. Улетел просто, сдуло его вообще. Заставка? Flask is cold and heavy in your hand. Ладно, открыть крышку. Flask shudders in your hand. Then magical energy emanates from its neck as a creature emerges. Появляется существо. Кто ты? Сначала надо накернить его, потом раздаст. Кстати, вот здесь 9 хп не так страшно, потому что мы это не делали. А, ладно. Да, действительно. Вообще не страшно. Так, тут есть ларь, который... Ой, тут могу... еще надо кубик кинуть на обезвреживание. Иду-ка я в сторонку. Шатаныч. Чё? Есть ларь, который я не вскрыл. Сейчас откроем. Вот здесь, видимо, можно было пройти через этот вход в пещеру. Ну да, да. Типа, чтобы с ними не драться. Ой, сейчас рванет, беги! О! Что? Так сдал, блин. Бедного типа раздавило просто какая-то. Ну, кстати, нам заблочил, походу, теперь выход, да, отсюда? Ну, типа, вход, точнее. Наверное, да. Кот, что ты от меня хочешь? Он просто запрыгнул на колени и начал орать сразу. Брукса, что ты за человек такой? Познакомьтесь, это Сеня. Ты сейчас у меня сначала был голый мужик. Да-да-да-да. Какой нахрен Сеня? Превращается в голого мужика, лежащего на лестнице просто. На четвереньках. Сеня говорит. Вот вверху этот гоблин офигеет, когда развернется. А его надо сразу отправить в небытие туда. Так, сейф дал. Попасть бы еще, да, Вит? 5%. Наберешь, блин. Пес. Знаете, что будет прикольно, если он сейчас сломает эту переноску, и мы туда упадем. Вот это я поржу. Так, все работает. А прикинь? Попор идет там. Ну просто поплохел, он там, видишь, тошнит его. Я сказал! Серьезно? Я живой, я успел. Я один только упал. Я как предчувствовал. Блин, даже это продумали, а?
Лиза, дьяволёнок. Там складирует. Знаешь, игра есть эти вытаскивать штучки квадратные. Да, да, да. Дженга или как это? Дженга, но. Что они по очереди вылазят, блин? Пропускайте, может... пусть они дальше вылазят. Погоди, может я просто по этим выстрелю? Раз, два, три. Во! Так надо было сразу. Дайте мне ход. И они полетели. О, сейчас полетят! Пошли вон собаки! Вбрило пацанов. Просто мы... Мы прошли, да-да-да. Мы прошли, скорее всего, просто это место. А кому-то сможем спрыгнуть, нет, вниз? А вот я и хотел уточнить. Я могу просто опять эту фигню, типа, накастовать. Либо просто нам надо было... А, так вот спуск, ёптать, мы его прошли. Где? Там, позади, за бревном. Я хз, мы тут сейчас поднимемся обратно, нет? Запрыгнет ли он наверх? Нет, наверное. Тоже, кажется, нет. Надо круг тогда давать через мост. Блять, хрустит! А почему бы и нет? Поднимайте. Попробуем. У нас просто урон по воротам прошел. А какая разница, что тебе ворота? Вот, зайдут видишь? Они внутрь. Ни хрена! Я говорю, там они очень хорошо стоят. Ты переживал за ворота ты. Вид, подойдешь сюда? Вроде ухуел стоял. Я почему не упал? Тесно, там же шанс есть. Я думал о чем-то таком, но не ожидал, что прям вот... Уходи на ту сторону. Не, это большой, конечно, плюс этой игры. Это то, что пинать можно с уступом. Сейчас все заканчиваем-то. Ну да.